PDF. Строго говоря, PDF – это формат программы Adobe Acrobat. Но на самом деле его создают практически все программы без участия Acrobat, и есть, возможно, библиотеки по генерации PDF. Интересно в нем вот что. Во-первых, это лучший способ показать кому-нибудь документ, картинку или верстку так, как его видели вы, а не так, как его покажет, например, браузер. Если, скажем, послать изображение в JPEG, то вы его смотрели в Photoshop на откалиброванном мониторе, а ваш корреспондент увидит его, например, в браузере. Вот здесь восприятие цвета будет как никогда субъективным. Довести до абсурда ситуацию можно, послав изображение в ЦМИК. Однажды я имел неосторожность так сделать, а потом объяснял заказчику, почему у него такой несвежий вид лица на фотографии. Во-вторых, вывод в PDF – это зачастую лучший способ передать информацию между программами. Скажем, есть у нас какая-нибудь программа с непредсказуемым поведением экспортирующего модуля. Это может быть в разных ситуациях почти любая программа, даже Word, тот же AutoCAD или, скажем, 1С. За счет чего тут достигается удобство? Каждая программа устроена, как авторам захочется. Вроде бы есть базовые элементы интерфейса и рекомендации, но они не предписывают программам, в какие форматы и в каком виде им следует выводить информацию. Зато практически все программы умеют выводить на принтер. Так вот, Acrobat ставит в операционной системе программный принтер. И теперь можно получить PDF, просто отправив документ на печать на соответствующий принтер. Раньше мы вспоминали PostScript. Чтобы его посмотреть, как раз используют программу Distillator, которая на выходе создает PDF. А еще с некоторых пор в те же типографии отправляют PDF с настройками без сжатия. Это позволяет не заботиться о настройках параметров вывода PostScript, зависящих от конкретной печатной машины. Итак, PDF — это не что иное, как электронная распечатка. Можно создать его и другими способами, но это его свойство здорово выручает. Интересно, как хранится информация внутри файла. Разные виды текста и графики сжимаются по-разному. Можно даже настроить вид кодирования для каждого типа информации. PDF можно редактировать, этим занимается Adobe Acrobat. Но отредактировать выведенный из Word документ в Acrobat — это совсем не то же самое, что в Word. Тем не менее, добавить, переставить страницы, подвинуть что-то или даже заменить шрифт можно, но верстка при этом будет вести себя, как ей заблагорассудится. Например, текст в PDF хранится не блоками, а строками, причем как-то по частям. Зато PDF поддерживает интерактивные элементы, видео, звук и шифрование. Шифрование, конечно, ломается, но в целом очень интересный формат, и я советую с ним подружиться. И последний формат – дежавю. В отличие от PDF, он довольно жестко привязан к своей программе. Использовать его где-то еще крайне затруднительно. Здесь, как и в PDF, хранение разнородной информации разделено. Но интересно, что вообще-то в дежавю хранят сканированные книги, и при кодировании текст, иллюстрации и фон отделяются программой и кодируются оптимальным образом.